В Карачаево-Черкесии состоялся первый форум поэтов и писателей в рамках проекта «Пиши не в стол». В поселке Домбай начинающие поэты и писатели Северного Кавказа, вдохновляясь природой, перенимали опыт корифеев. Подробности репортажа Руслана Джукаева. Форум стал итоговым событием в образовательном проекте под говорящим названием «Пиши не в стол». Два месяца шла заочная образовательная программа, где участники из различных республик СКФО и не только учились, практиковались и перенимали полезные навыки у наставников проекта. За три дня мы не сможем дать им какие-то фундаментальные знания, но они уже за ними уже два месяца они прошли образовательную программу, и те, кто старался, те, кто стремился к чему-то, они здесь. Соответственно, наша задача была познакомить их именно с вот с этим пишущим элитарным миром литературы в лице нашей гостей и спикеров, чтобы они к этому прикоснулись, почувствовали, поняли то, что литература – это не просто хобби. Для кого-то это жизнь, это профессиональная деятельность. Сами участники работают в разных сферах, но их объединяет страсть к поэзии. Свое вдохновение они реализуют в стихах и произведениях, а приняв участие в проекте, они выходят на качественно другой уровень. Данный форум, во-первых, он очень сильный по своему содержанию, очень познавательный, я уже повторяюсь. И он дал такой толчок и не мне, а многим ребятам, которые здесь присутствовали, для дальнейшего развития. То есть это является таким прям стимулом для того, чтобы ребята не останавливались, стремились и дальше писали, совершенствовали свое творчество. Костис Кабардино-Балкарий считает, что поэзия в его жизни занимает значимое место, и возможность принять участие в таком проекте – это большой опыт, что положительно отразится на качестве будущих произведений. Я хочу сказать, что просто пребывание здесь – это уже большой опыт. И этого уже хватает, чтобы повысить свой какой-то творческий навык, да. А общение с мастерами, общение с другими писателями, наш коллектив – это усиливает этот эффект. Форум посетил и министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов. Он отметил, что из образовательного мероприятия форум превратился в площадку, где показывается связь культуры регионов и поколений. Наша задача, задача Министерства культуры, заключается в том, чтобы мы здесь из этого огромного количества разных энергий смогли собрать команду, отряд, который сможет литературное направление в Карачаево-Черкесии двигать вперед. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим плоды и этой встречи. Близится выпуск сборника работ участников проекта. Но самое главное, мы запустили процесс обсуждения и созидания на литературном поприще, в котором будут участвовать и молодежь, и наше старшее поколение. А я думаю, это и есть главная цель нашей работы, нашего мероприятия. По словам Зураба Агирбова, Министерство культуры и дальше будет всячески поддерживать инициативы активной творческой молодежи республики. Руслан Джукаев, Руслан Харченко, Домбай, Вести Карачаево-Черкесия.